Привет, меня зовут Ульяна. Сегодня я научу вас нескольким танцевальным движениям, которые и девушки, и парни смогут применить на своей местной дискотеке. Да-да, я тот самый хореограф, который сам танцевать не умеет, но вас танцевать научит. Для этого вам понадобится туловка, ручки, ножки, голова и жопа. Приступим. Первое танцевальное движение для парней очень простое. Обычно это парни. Как дела? Нормально, нормально. Хочу писинг. Нереально, у нас все нормально. Реально, нереально. Как дела? Нормально, нормально, нереально. Стиль голубя. Представьте, что вам задали какой-то вопрос, на который вы не знаете, как ответить. Вы постоянно ходите и такие хузы, 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 хузы. Очень популярный энергосберегающий танец. Бакарди, танцы в моей кровати. Закидываем удочку в каждый угол нашего танцевального пространства и пытаемся поймать рыбку. Ну, напоследок мы топчем таркашку. Танцевальное движение Иван Сусанин. Я не знаю, куда идти. Может быть туда, а может быть туда. Остановите, остановите, Витя, Витя, надо выйти. Метод крутая прянька. Сначала оттолкни, потом подмани. Пошлю его на небо за звездочкой, конечно, все хуже. Показываешь приставучему парню, что у тебя со всех сторон нет отбоя от парней. Снова губы мои шепчут нежно твое имя, я бессонными ночами. У вас ПМС, и в вас селился бес, пытается вылезти то отсюда, то оттуда. Ну что за гений, выключил тишину, что за тени по узлам затянул. Следующее танцевальное движение — сисечное чередование. Маленькую грудь мы прячем, большую грудь мы охотно демонстрируем.